Вода, березовые рощи, тишина. И среди этого великолепия комплекс современных зданий. Подмосковный пансионат Воронова. Проектируя его, архитекторы отказались от ставшего уже шаблонным сплошного остекления. Может, оттого и охватывает вас сразу чувство покоя, когда входишь в здание. Выступы в коридорах скрывают двери, и нет казенной унылости. Человек отдыхает. Если надо, проходят всевозможные оздоровительные процедуры. Вот здесь, в бассейне, сплошное стекло. Купаешься, словно в лесном озере. Жилые комнаты удобны. Есть и рассчитанные на семейных. Несмотря на внушительные размеры, зал столовой тоже уютен. Тут нет ресторанной парадности. Все просто и красиво. В корпусах пансионата множество спокойных, тихих уголков. Здесь есть все для отдыха. И планируя это все, архитекторы думали не только о функциональном назначении помещений, но и об их эмоциональном воздействии на человека. С удовольствием называем авторов. Московские архитекторы Чернявской и Василевской и инженер Мальц.